Surfmaster. Made by fishermen for fishermen. Здравствуйте, меня зовут Андрей. Я хочу рассказать вам о спиннинге, которым я сегодня собираюсь рыбачить. Это спиннинг под мультипликаторную катушку компании Surfmaster. Называется Bakuma Cast. С тестом от 14 до 42 грамм. Очень мощный спиннинг. Он не очень легкий, но зато мощнее спиннинга с таким тестом я еще не встречал. Самое интересное, что несмотря на свою мощность, благодаря строю фастовому и довольно мягкой вершинке, он позволяет хорошо отслеживать джиговую проводку во всем диапазоне. То есть вот у меня сейчас стоит джиг-головка 12 грамм. Я спокойно отслеживаю все. Каждое касание дна кончик отыгрывает, никаких проблем, и заброс получается тоже отличный. Ну а то, что 42 граммами все будет работать, я просто на 100% уверен, потому что уже не раз ловил, и даже 50 грамм плюс приманка закидывал абсолютно спокойно. Спиннинг бюджетный, порядка 50 долларов или евро он стоит в магазине. Я считаю, что за такие деньги это просто шикарный инструмент. Surfmaster, made by fishermen for fishermen.